тонной полы стоппингом – один из самых надежных, экономичных и востребованных видов промышленных полов. Упрочняющий затирочный состав топпинг производства компании Супротен – это специальная сухая смесь с кварцевым наполнителем, которая втирается в поверхность свежеуложенного бетона, таким образом увеличивая долговечность и прочность поверхности бетонного пола в 2-3 раза по сравнению с необработанной поверхностью. Бетонный пол, обработанный топпингом, обладает следующими преимуществами. Длительным сроком эксплуатации – более 25 лет. Способен выдержать высокие статические и динамические нагрузки. Беспылен, влагостойкий, ударостойкий. Не скользит, не накапливает заряды статического электричества. Легок в уходе и уборке. Образует гладкое покрытие. Создает современный и привлекательный внешний вид. Топпинговые полы предназначены для производственных зданий, складов, торговых центров, рынков, автомобильных стоянок, гаражей, парковок, автомобильных салонов, мастерских, автосервисов, промышленных холодильных камер, пассажирских терминалов, выставочных залов, офисов. На сегодняшний день топпинговые полы являются наиболее выгодным решением устройства полов в коммерческих зданиях и сооружениях, подверженным высоким эксплуатационным нагрузкам. Топпинговые полы будут стоить в 3 раза дешевле, чем укладка плитки, и в 5 раз дешевле, чем устройство полимерных полов. А также промышленный топпинговый пол площадью в 1000 квадратных метров будет готов уже через 48 часов после начала работ, тогда как укладка плитки продлится минимум неделю. Технология производства данного вида промышленных полов требует специального оборудования и хорошо подготовленных мастеров. Такую работу лучше доверить специалистам. Компания «Супротен» тесно сотрудничает с компанией «Паваж Конструкт», которая зарекомендовала себя на рынке промышленных полов как компания профессионалов. Процесс изготовления промышленного пола состоит из следующих этапов. Первый этап – укладка бетона. Для устройства высокопрочных полов используется бетон марки не ниже 300. Для обеспечения ровности укладки бетона используется метод лазерного нивелирования, что повышает качество и ускоряет процесс работ. Второй этап – уплотнение и разравнивание бетонной смеси. Этот процесс производится виброрейкой. Под действием вибрации бетонная смесь разравнивается и оседает до требуемого уровня. Уплотненный бетон обладает большей прочностью и морозостойкостью. Завершив разравнивание и уплотнение бетона, следует сделать технологический перерыв, составляющий от 2 до 7 часов, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. За это время бетон схватывается, набирая определенную прочность. Третий этап. Засыпка упрочняющей смеси топпинг производства Супротен. При помощи дозаторной тележки по еще влажной бетонной поверхности распыляется упрочнительная смесь топпинг. Этот процесс повторяется в 2 этапа. При первом распылении высыпается 2/3 от нормы, во втором этапе – остаточная 1/3. Смесь топпинга распыляется в 2 этапа для того, чтобы обеспечить равномерное внесение смеси по всей поверхности и повысить износостойкость будущего покрытия. Для окончательного выглаживания поверхности используются затирочные машины с дисками или так называемые вертолеты. Процесс затирки дисками повторяется вновь и вновь, пока поверхность не становится гладкой. Для полного закрытия пор на поверхности бетонной плиты окончательный этап шлифовки бетона производится лопастями. По мере повышения гладкости бетонной поверхности угол наклона лопасти по отношению к поверхности повышается, пока поверхность не станет идеально гладкой и глянцевой. Защитная пленка на поверхности плиты создается путем нанесения специального лака. Таким образом, повышается устойчивость поверхности к истиранию до 500 раз и исключается пылеотделение в процессе эксплуатации пола. Заключительный этап – нарезка усадочных и деформационных швов. Швы разделяют бетонную поверхность на отдельные поля. Таким образом, усадка бетона происходит без образования трещин на поверхности плиты. Швы герметично заделываются специальным уплотнителем. Итак, высокопрочный пол готов.
Компания «Паваш Конструкт» предлагает комплексный подход и современные строительные решения в изготовлении промышленных полов с использованием упрочнителя для бетона «Топинг» производства компании «Супротен». В зависимости от эстетических требований, бетонные топинговые полы возможно осуществить в разнообразных цветовых решениях. Производительность компании – до 1000 квадратных метров готового пола за смену. «Паваш Конструкт» – профессиональный подход и современные материалы.